Итак, мы решили установить на нашем компьютере локальный сервер, который будет служить нам для создания своего собственного сайта, для его просмотра, для настройки, еще до того, как мы опубликуем его в общем доступе в интернете. Предложений существует много. Разные фирмы могут предложить вам свои варианты решения этой проблемы. Но я расскажу вам о том пакете программ локального сервера, который я нашел случайно в интернете 2-3 года назад, которым я пользуюсь и которым я очень доволен. Называется этот пакет программ Open Server. И вы увидите, что установить его будет совсем несложно, как и пользоваться им тогда, когда мы захотим. Поэтому первое, что мы должны сделать, это зайти на сайт разработчиков программ. Для этого в строке поисковика вносим то самое название, которое я вам уже сказал, а именно Open Server. И смотрим, что у нас вышло. Сайт разработчиков программ выходит первым в моем списке. Open Server – портативная серверная платформа для веб-разработчиков. Заходим на сайт разработчиков этой программы. Вы увидите, что достаточно много информации, которой вы можете спокойно ознакомиться. Нас здесь заинтересует в конечном итоге вот это меню «Скачать». Но, в принципе, посмотрите, о чем здесь идет разговор. Здесь представляется сама программа во всех своих деталях. Можно увидеть то меню, которое вы будете пользоваться при запуске и работе с локальным сервером. Увидите вот этот их флажок, который будет открываться у вас в компьютере. Рассказываются здесь системные требования, что работает все это для Windows 7 и всех более новых версий, причем как 32, так и 64. И здесь вот в этой фотогалерее вы можете спокойно посмотреть, как выглядят закладки, какие логи, например, какая информация вам будет даваться при сбоях в работе. Можете посмотреть закладки настроек этого локального сервиса. Можете посмотреть полное меню, как оно выглядит. Но, повторяю, нас интересует сейчас скачивание этого набора программ. Заходим в пункт меню «Скачать». В принципе, предлагается три версии: Basic, Premium и Ultimate. Я использую самую полную, самую большую по объему версию Ultimate, поэтому советую вам выбрать ее, она стоит по умолчанию. И также надо иметь в виду, что для скачивания нужно вот в это поле внести код с картинки, что связано с тем, что это защита от ботов стоит здесь. Вносим код 3814, если не ошибаюсь, и даем команду скачать. Нас перебрасывает на страницу, в котором разработчики пишут, что это не коммерческий проект, и предлагают скачать нам быстро, на максимальной скорости, внеся при этом пожертвование им. Пожертвование может быть минимальным, 100 рублей, или же бесплатно скачать это, но все это будет происходить на гораздо более медленной скорости. Должен вам сказать, что настоятельно вам советую сделать это пожертвование. Но я буду скачивать на медленной скорости, специально для того, чтобы вам показать, как это работает. Вот у меня пошло скачивание. И будет это длиться 2 часа. Поэтому сейчас я, скорее всего, прервусь и вернусь, когда скачивание будет закончено. Итак, скачивание закончено. Поэтому заходим в папку, где хранится скачанный файл. Видим, что это файл Open Server последняя версия 5.25, которая
моем случае, была скачана, и окончание .exe означает, что запустив этот файл, мы начнем установку. Ну, давайте сделаем это и запустим установочный файл. Двойной клик, и началась какая-то работа. Посмотрим, что же нам выдаст этот файл. Итак, первый вопрос, который нам задается, это на каком из наших дисков компьютера мы хотели бы установить локальный сервер. По умолчанию, естественно, предлагается основной диск C, где стоит Windows и все остальные программы. Я в таких случаях стараюсь не использовать этот диск и выбираю второй диск своего компьютера, который у меня есть, диск D, где я храню свои все файлы. Вот они, диски C и D. Я выбираю диск D. И после этого даю команду OK. Начинается распаковка файла на диске D. Меня просят подождать. Распаковка будет идти медленно, поэтому вернусь к этому вопросу чуть позже. Итак, распаковка подходит к концу, как вы видите. Посмотрим, что же у нас появится на экране следующем. Как мы видим, вроде бы ничего не происходит, поэтому давайте посмотрим, что же у нас имеется теперь на том диске, где мы установили локальный сервер. В моем случае это был диск D. Смотрим, что же у нас тут имеется. Вот диск. И на нем появилась папочка Open Server, как вы видите. Заходим в эту папочку и видим, что в ней имеется 4 папки, служебные папки локального сервера, и 2 файла, запустив которые, мы фактически произведем первый запуск локального сервера. Какой из них соответствует вашей версии, я не знаю, но это определяется методом тыка. Например, в моем случае, если я пытаюсь запустить этот файл 64-байтный, мне дают ответ, что у меня это использоваться не может, потому что это не та версия, которая установлена на моем компьютере. Закрываем этот файл и идем во второй файл. В моем случае должен запуститься вот именно этот файл 86-байтный. Пробуем, запускаем его. И все, что мне предлагает, это для начала выбрать язык для установки окончательной и предварительной конфигурации локального сервера. В вашем случае я выберу русский. И смотрим, что же будет происходить у меня на экране. Выходит команда, что запуск на этом компьютере выполняется впервые. И мне предлагается установить набор некоторых программ. Программы эти абсолютно нормальные, поэтому я вам советую дать согласие на эту установку. Я даю согласие. Меня спрашивают, просят подтвердить. В моем случае это я говорю «да». И начинается установка программ. Поэтому я вернусь к этому вопросу чуть позже, когда эти программы будут установлены. Итак, установка программ, предложенных нам, закончена. И у меня появилось сообщение, что я должен перезагрузить компьютер, чтобы применить сделанные изменения. Мне рекомендуют сохранить результаты работы, закрыть все открытые приложения. Так как у меня есть кое-что открытое, то я сейчас не буду соглашаться на перезагрузку компьютера, а сделаю это чуть позже. Дам команду отменить. Не хочу перезагружать компьютер сейчас. Вот что у меня осталось на экране до перезагрузки компьютера. А что произойдет потом, посмотрим в следующем блоке.